Заноза была, да, сейчас. Ну. Эй, Азан. Ой, Алена, Алена. Ой, а ты не сказала, бабка в очках. Надо бабки. Я отец в очках. Ты тоже в очках? Ну ладно. Ой, гляди, умеет. Ой. Девка. Так что так. Тело посмотрит потом как-нибудь. Бабку тоже так. Так, ты разозг боишься. Глаз вылечат. И будем. Ну, на здоровье этого дома. Ой, бывает и вылечат. Мама, кто-то карточку посмотрит, да, будто. Так, и сидим, чай пьем, да. Разговариваем, да. Эти ездили, цветметы делали, фотокарточки, а то там, кто-то серий. Так, ну, до того дофотографировали, говорю, а я Костю, кричат, горько, я его, он тут сидит, я его обняла, да давай целовать. Мне память-то оставили. Никакой не знает, то, я говорю, ну, я с вам спою любимую, вот и запела. Хороводики девушки на кружочку, ой, волушку, да как на карточном красивом бережку. Наши девушки песенок не пели и не жупели, а все заветные-то речи говорят. Ой, да как заветные-то речи, развеселые. Да, на гулянице парень девушку обнимал. На гулянице, на роданнице. Да вот веселья парень девушку обнимал. Девушку обнимал. Вот как было. Он у меня, ой, потом, а потом, Ириночка, на, вот бабушку как там, что считать-то. А ну-ка, Сережа, у меня сфотографируй этого Ирочка. Алло, тебя сейчас будет снимать тут так. Ну давай, Люда. Ты что-то долго там наводишься. А может без очков, я с очками. А, давай, снимай очки. Вот так, о, хорошо. Хватит. Хватит, ребята, спасибо. Тут и так им на деньги начерикали, да. Ну, память, ладно. Память останется. Особенно у Сережи много памяти останется. Ты что, снимаешь, что ли? Ты что, снимаешь, что ли? Снимаешь. Много памяти останется. Камера что, включена, что ли? Да. Ой, давай. По копеечке. Ну, давай. Налей. Маринушка, Аленушка, поухаживай за нам, дай рыбки нам там по копиночке, а? На сковородке на плиты. Пусть мы с папой посидим, Маринушку.
редко встреча, а бывает последняя. Может, и последняя будет встреча. Ну давай, не дай бог последняя. Ой, не хотела бы я. Ну, давай уже. Не хотела бы. Было не раз. Дай бог вам здоровья. Чтоб Стас еще своего. Да. Привез. Ну, приезжайте. Чем богата, тем и рада. Сейчас будет, папа. Да хорошо, будет, так будет. Ты будешь смотреть? Что? Так будем смотреть все. Давай. Погоди еще. Давай, что будет, то будь. Ну, давай. Выпьем. А потом успеем расцвела под окошком, вылазнять. Я ведь бабка, а родом шлась. Не, ну пока то все. Уже началось. Ну, началось пока одно звание. Ой, я... А ты что, ничего не ешь? Мы едим, вот пьем. Давай, пей. Композитор Мишель Май. В ролях Нэнси Холлоуэй, Мария Грация Кучерова, Роберт Дель Пан, Боб Морель, Мишель Делакруа, Аннушка Равиночка Рассеверина, тот древником на пьесе Барка Вена. И Вадим Куэрте, а также Жак Морель и Филипп Клен. Ну, знаешь, не выпустим. Я не снимаю. Я дома. Давай споем песенку. Аленушка, как у вас с бабушкой песенку споем? Расцвела под окошком белоснежная вишня, из-за тучки далекой показалась луна. Все подружки по парам в тишине разбрелися. Только я в этот вечер засиделась одна. Все подружки по парам в тишине разбрелися. Только я в этот вечер засиделась одна. Вспомни, эх, загуляла. Парень молодой, красной рубашоночки, хорошенький такой. Хорошо, все. Ну, хоть я спела, так что это надо мне говорить. Я спою сейчас частушки, да разве веселые такие? А что пойдут плясать старухи, затанцуют старики? А я не песенки пою, но скуку разгоняю. А в каждой песенке тебя хороший вспоминаю. Меня ни песенки, ни басенки, ничто не веселит. Вспомнишь, милый, на разлуку сердце пуши заболит. А помер, миленькой, поставлю крестик беленькой. Две березки по краям, чтобы стежком не западал. Говорят, что милый помер, не поверю никому. Неужели такой хорошенькой лежать будет в гробу? Давай, Сережа, выключи, да будем чай пить, да есть. А то уж я тоже начинаю плакать, так хватит.